На сегодняшний день в социально-реабилитационных центрах республики находится более 500 детей. Для них на летний период были разработаны специальные планы воспитательных работ. У нас в республике 20 центров помощи семье и детям. Из них 10 – это социально-реабилитационные центры. И 10 – это центры помощи семье и детям. Из них 8 – это центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В условиях пандемии детям, находящимся в таких центрах, приходится нелегко, ведь доступ к внешнему миру для них полностью закрыт на неопределенный период. У нас 8 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся на тотальной изоляции, то есть полностью закрыты. При поступлении на 14-дневную смену сотрудники центров, они в обязательном порядке проходят анализ на ковид сдают, да, и только после получения отрицательного результата они заступают на смену. Преподаватели центров разработали специальные развивающие и досуговые программы. Все для того, чтобы дети никак не ощутили на себе самоизоляцию. Важным является и тот факт, что в летний период ребятишкам необходимо находиться на свежем воздухе. В период самоизоляции с соблюдением всех мер предосторожности с детьми проводятся досуговые мероприятия. На сегодняшний день в рамках недели мероприятий «Солнце, воздух и вода» воспитателями организован для детей палаточный отдых на территории центра. Дети в летний период, дневной период играют и отдыхают возле палатки, которые собрали с помощью воспитателей. Отметим, что все учебные и оздоровительные летние программы направлены на укрепление здоровья и психологического состояния детей. Мария Кравцова, Роман Попов, Константин Гармаев. Новости дня.